мини-футболу в Самаре отмечают особенную дату. Ровно 100 дней осталось до Кубка Конфедерации. Многие из этих игроков – кандидаты в волонтеры и на Кубок Конфедерации, и на чемпионат мира. В этом символичном турнире 8 команд-участников, как и национальных сборных в Кубке Конфедерации. Однако в первый день соревнований выяснилось, что международная сборная Самарского университета подготовила 2 полноценных состава и мечтает побороться за победу. Регламент пересмотрели и в итоге дали возможность играть всем, кто хочет. И не зря. Международная команда достойно показала себя в финале, заняла 2-е место. Один из ее игроков, Стефан Алода, начал заниматься футболом в 6 лет, еще на родине в Нигерии. Когда приехал учиться в Самару, увлечение не забросил, теперь играет за свой факультет. Я думаю, что футбол – это не просто спорт, потому что он объединяет людей, ну, из разных наций, разных стран. Вот. И он еще помогает, допустим, есть какая-то проблема, которая… Ну, есть международные проблемы. Иногда футбол таких проблем решает. Кубок Конфедерации традиционно проводится за год до чемпионата мира по футболу в стране-организаторе Мундиаля. В России эти соревнования принимают 4 города – Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Казань. Кубок Конфедерации считается репетицией чемпионата мира. Так к нему относится и волонтерский корпус. Делегация волонтеров из нашего города так или иначе поедет и примет участие в Кубке Конфедерации. Мы отправляем волонтеров, в том числе в Казань, самую большую делегацию. Надеемся, что они проявят себя там. Всего от Самарской области на Кубок Конфедерации отправится порядка 50 волонтеров. Едут, чтобы набраться опыта и в 2018-м достойно провести чемпионат мира в родном городе. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».